Что тебе здесь нужно? Мне нужен ваш глава, Хироши Сузуки. Кое-что должен ему вернуть. Жалкие неудачники. Если ты смотришь это видео, значит, тебе фартануло. Потому что сейчас ты услышишь информацию, которая стоит много денег. Кто не в курсе, меня зовут Кроха. Я даю личные консультации добрым людям по управлению финансами на крипторынке. За скромное вознаграждение. Я могу научить тебя, как стать акулой биржи. Секрет успеха в нашем с тобой деле, братик, это знать, когда в игру войти и когда из нее выйти. И самое главное, на кого поставить. А теперь соберись и слушай внимательно. Сегодня я поведаю тебе о двух монетах: эфир и эфир классик. У меня нет времени объяснять тебе, в чем между ними разница. Одно скажу, мы с пацанами посливали все монеты эфира, потому что крипта, которую контролируют сверху, это уже не крипта. Это, братан, децентрализованная централизация. Порядочные люди на такое глаза не закроют. А вот эфир классик – это темная лошадка, которую недооценили. То, что они выросли с начала года больше, чем на 1%, это только начало. Пацаны, они ровные и слово держат, а репутация и слово в нашем бизнесе – это главное. Если бы я сравнивал Виталькин эфир и эфир классический с сексом, как думаешь, что бы я выбрал? Витальку или традиционную любовь? Представь себе ночь любви с аппетитной малышкой. А теперь... Витальку. Уверен, братан, что ты на моей стороне. Так что бери классик и держи 5 месяцев. Потом выводи и возвращайся ко мне. А я шепну, что делать дальше. Все, разговор закончен.